Танец медленный вальс. Аплодисменты. Вплотную к судейской коллегии исполняется танец танго. Это прекрасно. Ну что же, друзья, давайте познакомимся с нашими финалистами под номером 116 на паркете. Егор Волков, Ксения Серавкина. 117-я пара. Михаил Майданюк, Варвара Хацкевич. 18. Александр Гацеляк и Ксения Дронова. Под номером 127 выступают Александр Малакшин и Екатерина Павлина. Приветствуем пару под номером 133. Максим Раскурин, Татьяна Роксерова. И пара 138. Максим Березкин, Полина Гердо. Ну что же, теперь все шесть пар финалистов исполняют венский вальс. Вот что
bells and seals, kiss and kiss, bright cuckoo kiss, and wild wind kiss. Печально на паркете, когда не слышно, не слышно за его пределами всех тех, кто исключает завязывание штрафов и позволяет с огромным удовольствием ощутить атмосферу спортивного турнира, друзья. Давайте все вместе пожелаем удачи находящимся на паркете прекрасным, без привлечения, шести танцевальным дуэтам, которые уже исполнили два вальса, одно танго, и впереди у них неограниченный полет фантазии, два фокстрота, для начала тот, который несколько медленнее, а еще чуть раньше, конечно же, слово публике. Итак, медленный фокстрот. Четыре прекрасных танца позади, и как ни печально это признавать, группа «Молодежь 2» прощается с нашим турниром, завершает свое выступление на нем, но завершает не просто так, а посредством самого стремительного, веселого, энергичного танца европейской программы. Да, нас вновь ожидает фокстрот, на этот раз быстрый. Ритм тот же, темп значительно выше. Друзья, громче, Quick Step. Мысли сильно,
Аплодисменты за этот замечательный квикстеп в исполнении группы, в исполнении, конечно же, Мягкого Бэт и в исполнении замечательных танцоров группы «Молодежь-2».